Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Музыкальная гостиная на Аисте» и я, ее ведущий, Илмар Лапинш. В нашем городе большое событие. Два раза спектакль в концертном исполнении опера Верди «Риголетто». Сегодня у нас в гостях один из ведущих исполнителей, исполнитель роли герцога, тенор, который иркутяне очень хорошо знают, Евгений Иганс. Здравствуйте. Евгений, скажите, пожалуйста, что для вас значит Иркутск? Сложный вопрос, требующий многогранного ответа. Это город, в котором я начал петь. Этот город, который, как я надеюсь, меня принял. И это город, который я, в общем-то, за эти несколько лет очень сильно полюбил. Ясно. Ну вот вы чувствовали поддержку театра, зрителей, руководства? С первого дня. Практически с первого дня. Я вообще очень благодарен тому, что я начал именно в Иркутске, потому что люди здесь потрясающие, великолепные, теплые. И та поддержка, которую я чувствовал, в общем-то, на протяжении всех вот этих вот нескольких лет с начала моей деятельности музыкальной, она неоценима. Причем поддержка ото всех. Вот, если мы говорим о театре, например, да, то это и руководство театра, и административное, и художественное. То есть это и директор Владимир Константинович Шагин, и главный дирижер Николай Ростиславович Сильвестров. Коллектив потрясающий, великолепный. Зрители чудесные, потому что лично я знаю, сколько ошибок я делал и сколько ошибок продолжаю делать, но тот теплый прием, который оказывали мне зрители, несмотря на все мои ошибки, это очень потрясающе. Видите, Евгений, вот вы говорите, что вы делали ошибки. Ну, мы все делаем ошибки в начале, но сейчас вы уже не делаете. Вы сейчас уже находитесь в начале вашей карьеры. Вы уже пели в Прибалтике, в Вене. Вас приглашает Румыния. Вот, вы знаете, всегда вот так шаг по шагам идет дальше карьера. Ну вот она пойдет дальше. А Иркутск останется в вашем, так сказать, обозримом будущем, чтобы вы опять приехали в Иркутск? Вы это не исключаете? Обязательно останется. Я не то, что это не исключаю. Это, я думаю, как сказать, этот вот город, он, ну, если он меня позовет, я приеду. Очень приятно. Thank you.
marito fremendo ne va. А теперь я хочу вас познакомить еще с двумя гостями. Это Петр Бучков из Софии, Болгария, и Фернандо Араужо из Зальцбурга, хотя он гражданин Бразилии. Скажи добрый день. Добрый день, Иркутск. Вот, очень хорошо. У меня сразу, я начну с вопроса к Петру. Петр, вы какой раз в России? К сожалению, это мой первый раз в России. Почему к сожалению? Потому что я бы хотел очень много выйти годы назад. Ага. Скажите, и вам холод не мешает? Ну, я не привыкну в Болгарии на такой студ. У меня мешает немножко холода. Минус 20 уже много за меня. Ну, 20, но сейчас 39 было. Сейчас 39, да. Хорошо. Скажите, нашим телезрителям будет очень интересно узнать, вы солист Софийской национальной оперы. Но как солист, вы же, наверное, много путешествовали по миру. Вы можете назвать театры, страны, где вы бывали вот за последние 5-10 лет?
последние годы, как криза в Европейском Союзе наложила, так гастроли национальных театров были слишком мало. Но годы назад мы гастролировали очень в Италии, в Франции, это в конце 80-90 год, потом в Бразилии, Японии были. Каждые 4 года у нас постоянный контракт с Japan Arts, это японское искусство, да, агентство. Там у нас постоянный гастроль на 4 года. А в Бразилии, так сказал, мы были в Сан-Паулу, в опере были и пели. И в Швейцарии, Германии этот обычайный гастроли Софийской оперы. Ну хорошо, а скажите, как вы себя чувствуете в Иркутске? Вы здесь 3 дня уже. Уже 3 дня, да. Да, ну как у вас ощущения после таких... У меня большое любопытство посмотреть немножко больше, чем увидеться из окна на гостинице. Этот тут сейчас... Вы должны беречь голос, да, потому что холодно. Да, за концерты. Потом увидим. Потом у меня 2 дня свободные здесь. А, у вас есть 2 дня свободных? Ну, мой полет будет 8-го, думаю. Замечательно. Надо время. Поехать на Байкал. Это моя мечта. Очень хорошо. Я думаю, что... Ну, теперь тогда у меня вопрос к Фернандо. Фернандо. Позволите. Да. Может быть, я хочу перевести. Пожалуйста. Хорошо. Да. Пожалуйста. Фернандо, дими амиго. Фернандо, скажи мне, друг, Риголетто – это очень тяжелая роль. Это дифичилая роль, а Риголетто – это партия очень дифичисима. Ты такой молодой, тебе 31? 31, а ты? 33. Нет, 33. Ты не боишься петь Риголетто? Зу, дойч, я? Виду вилста. Дойч, я, окей. Я рад, что мой первый Риголетто с таким дирижером, как Илмар Лапинш. Я уверен, что справлюсь. Не так много дирижеров, которые понимают традиции итальянской оперы и разбираются в голосах. В Иркутске есть 2 драгоценности. Это Иркутский губернаторский оркестр и Илмар Лапинш. Риголетто — это эмоциональный и голосовой олимп для баритона. Для меня это не начальная, но точка отсчета. Моя учительница в Вене Ирина Гаврилович и доверие маэстро Лапинша – это главное. Мне удобно в этой роли, и это лишь начало долгой-долгой работы на всю жизнь. Да, тогда еще один вопрос. Фернандо, ты в Иркутске не первый раз, но 3-й раз. Ты пел здесь на фестивале, потом около Нового года. Сейчас 3-й раз. У тебя есть уже впечатление об Иркутске? Hast du eine Bild von Irkutsk? Ja, ich habe. Да, последние 3 года были очень важными для моей карьеры певца. Я пел в Мюнхене, в Папагена, в филармонии и пел с Мюнхенским симфоническим оркестром. Den Barbier von Sevilla im Gasteig in München und viele Aufführungen mit dem Münchner Symphoniker Schonard. Dann später German auch gemacht und vor allem letztes Jahr im Verbier-Festival, das ist eine sehr wichtige Bühne, dort dem Don Alfonso. Aber von allen Sachen hier, но сейчас очень важно для меня то, что я открыл в Иркутске. Diese Verbindung mit Irkutsk anfangen zu bauen, weil ich habe hier entdeckt, durch diese Bekanntschaft, dass здесь дружественная публика, страстная публика. Jungfräuliche Leidenschaft und Liebe
und Hunger für die Oper, Publika голодная по опере. Für die Musik. Ja. Ja. Очень интересно, потому что Фернандо сейчас говорит, что здесь есть голод к опере в Иркутске. Это действительно так. Я думаю, что вот сейчас вы увидите фрагменты из оперы «Риголетто» в исполнении Фернандо и Петера. Okay.
Итак, сегодняшняя передача закончилась. У нас в гостях были оперные певцы Евгений Иганс, тенор из Риги, Фернандо Араужо, баритон из Зальцбурга и бас Петр Бучков, солист Софийского оперного театра. Спасибо за внимание и до следующей передачи. Спасибо.